Ну, типа дисклеймер. Эй, дуба, с вами Хвуба, а сегодня мы, короче, продолжаем с вами играть. Вот там и хаш в прошлой серии, как бы, остановились. Вот на вот этом месте, вот вышли из лифта. Правда, тут не все у нас собралось. Тут лекарства наши некоторые лежат. Тут этот робот с нашим лутом тоже есть, детали металлолома и всякой разной штукой. Так, ой. Бедолага. Так, ладно. Просто серии. Необходимо найти способ открыть бронедверь. Без тебя вижу. Чё? Не лезь, тупые а цели. Ты так ли мне не можешь сказать? Расскажи про этого Петрова. Как его вычислили? Ага. Предатель Петров был раскрыт Михаилом Штокхаузеном и арестован бойцами отряда Аргентум. А здесь он как оказался? Да, я застрял. После суда Петрова вернули в комплекс Вавилов в качестве заключенного для дальнейшей работы. Это еще что за винтик? Во всем Советском Союзе больше никого не нашлось для этого? Часики. До запуска коллектива оставались считанные месяцы. Меня с главным инженером не имело смысла. Петров должен был закончить свою работу. Найден щебета. Ну и что в нем такого особенного? Конечно, просто. Виктор Петров, бывший главный инженер секретного отдела Академии последствий. Они базарят всё время. Занимался программированием робототехники для сети коллектива 2.0. Ясно. Запись при экстренных случаях. А, вот все заработало, заработало. Ирина Олеговна, на территории комплекса Вавилов произошел инцидент. Начало. Роботы начали убивать всех подряд. В настоящее время я нахожусь... Эй, кто там? Они я тут. Меня. Не подходи. И все, и закончил запись. Это робот стопроц какой-нибудь, да? Нам тут никаких роботов не надо. А, нет, солдатик. Что о! Еще за хрень? Держи руку! Ты куда его? Ё-моё! О! Оружие забрали у солдата. Бери в руку этот автоматик. Храните производство. А, тап. А, так это дробовик вообще. Не обсуждайте работу. Вот. Это нам надо. Один патрон всего лишь. Как я одним патроном буду сражаться тут с этими дурачками? Ты когда? Безопасные зоны. О. Телевизор. А это? О, это сейф-зон. А зачем? Не, ну полутаться тоже надо. Потрошки еще. Три штучки, нормально. Ну все, идите сюда, твари. И восстали машины из пепла. Левый shift. Понятно. А ему пофиг. Психопат. Лучше с этим буду. Позвольте совет. Ты что, не видишь, я занят? Старайтесь не пропускать мощные атаки робота. Да они все мощные! Атаки, да, выполняемые роботом в состоянии энергетического всплеска, особенно мощные. Они способны сбивать вас с ног. Твою мать, ты чё сразу-то не сказал? Действительно, перчатка, блин, тупая. Мог сразу предупредить. Вы не собирать прочие ресурсы, встречающиеся на пути. Вот перчатка. Ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова Абалакова для хранения имеющегося инвентаря. Фига, рюкзак Яры Абалакова. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Угу. Вот до чего технологии чудеса дошли, науки. Вы понимаете? Реально чудеса. Да и только. Чудеса науки, ты чё? Безразлично так относишься. Да ну ё-моё, детали все, детали, дайте патронов. Они же на меня сейчас нападать будут, я чё до сих пор с дробовиком должен, с топориком должен на них бежать. Два патрона всего лишь. О, это чё? Баба Зина, так. Я ж говорил вам, Баба Зина это, этот, агент КГБ. А вы мне не верили. У нее там оружие столько, что можно пол Америки взорвать. Шутка. Ну хотя, в принципе, может и... дроп! Я думал, его как-то кинуть можно. Но у нас есть телекинез. В принципе, понятно. Правда, я зря потратил патрон для дробовика. Ломай огнетушитель, не ломается.
Не хочет, блин, ломаться. Это и так можешь, да? Подкрадитесь к нему сзади и проведите скрытую атаку. Ну давай. В этот момент я смогу провести полное отключение робота. Давай. Оп. Фига ты его. А зачем вы так спроектировали? Ты прям сердце прям у них вырывает, считай. У этих роботов. Сюда. Все сюда. Да, давай быстрее, ё-моё, со своим щебетать. Миша, посиди пока тут. Я сейчас быстро закончу работу и помогу тебе с отчетом. Лаборант 84, принеси товарищу Кольцову чай. Миш, я быстро. Какой-то Миша, какой-то лаборант. Ну, собирай, давай. Он не хочет, не всегда собирай с первого раза. Так. Все сюда, все на ее наше понадобится, все будем использовать. Дробовик опять патронов всего лишь. Ё-моё. Почему на дробовик так мало патронов? Какие-то вообще детали, подковы летят ко мне в руку в инвентарь. Но не патроны для дробовика. Я чем должен реально с топором и всё разобраться? Угу. Как вообще этому Петрову удалось взломать коллектив? Предатель действовал не один. Он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько? И где остальные? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь. Короче, я самый крутой здесь агент КГБ. Ты зачем это включил, а? Товарищ Муравьёв. О, это что? Велено так при вашем появлении. Приказ у меня документировать. Ну так и документируй себе, а меня записывать не надо. Пропусти, говорю. Капец, какой крутой замок. И не товарищ выглядит как... Муравьёва, а баба Зина. Не знаю, что. Не велено вас пропускать, товарищ... Баб Зина. Ну распоряжение сверху, не могу. Чё это? Всю дорогу я тут ходила, а сейчас не велено. Слушай сюда. Либо ты меня сейчас пусти, либо я потом пройду, а штаны просиживать здесь уже другой человек будет. Ну? Проходите. Как-то лучше. Свободен. Видите, баба Зина, она вообще какая-то опасная бабулька. О! Ты что тут делаешь, дурак? Вот это да. Лишь горстка предателей смогла взломать коллектив, который создан лучшими умами СССР. Фактически коллектив не взломан. Превзойти алгоритм. Да это Бабзина, что просто это их всех остановил. Профессора Лебедева не по силу никому. Тогда Бабзин вообще творится куда? Весь этот кошмар. На выборы за коллективизацию, за урожай. Из-за этого так нечего с пьянкой шутить, ее надо колотить, культурное, бурное, пламенно, гневно, долбить ежедневно на каждом шагу, не давать передышку врагу. Правильно, туда вот это вот, долбанем по алкоголю. Вот не надо вообще, это пить алкоголь, это вообще плохо. Это не надо такое, мы это осуждаем. Чё? Боже, не те кнопки нажимаю уже. Докатился, блин, с этим вашим Atomic Heart'ом. На! Голова с плеч. За то, что предаешь родину. Лежишь, отдыхаешь на пол. Это же патрон для дробовика, ну возьми их. Эх ты, Серега, Серега! Чё тут? О! О! Роботы-каратисты! Ты чё, сынуля? Вы на кого бежите, дуралеи? За Бабзину и двор стреляем в упор. А чё у меня этих синтетических материалов уже? 28 штук, мне куда их тратить? Чё инвентарь такой маленький вообще, капец. Как можно нормально пользоваться таким маленьким инвентарем? Там же оружия явно будет много. А патронов навряд ли будет хватать, то есть какое-то вот такое вот ручное оружие без патронов, и оно обязательно будет. Но при инвентаря не хватает.
Ты чё тут, а? Культурный, думаешь? Смывать научился. А драться нет. Дурачок. Ты на толчке умер, записывал вот эту вот запись. Им вообще делать нечего было. На. Ну давай, любовь и роботы. Оставлять сообщение таким образом тоже стало опасно. Это последнее. Готовься. Что? Я организую документы и приду за тобой. Документы какие-то? Мы выберемся из этого кошмара. Патрон. Целую. Вечно твоя, Эль. Ничего не понял, что там было этот. Закрыто. И тут не работает. Вот тут открыто. Напоминаю. На. 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 Эй, хрень. Раз. Чем грозит нам утечка информации? Потеря репутации во всем мире. Фига он эту перчатку называет. На меня сначала еще не доперло. То, что он в перчатке так обращается. Это не так? Абсолютно так. Именно поэтому предатель Петров ударил Родину в самое больное место. Фактически в отто нож в спину. Он хочет, чтобы весь мир отказался от наших роботов. Прокрутилось. Вот же сучёныш. Реально? Предатель Петров. Он изгнан из Советского Союза. Дезертир. Предатель. Вот сегодня он взламывает коллектив, а дальше что? Западу продает все наши технологии, да? Ну все понятно с ним, короче. Этого предателя Петрова вообще надо его на кол. Казнить. Вот и за этим именно я, в принципе, тут походу и нахожусь. Чтобы этого предателя Петрова и найти, и наказать. За то, что Родину он подставляет. Да боже, сколько здесь ящиков с лутом. Ящиков с лутом много, а патронов, ну нифига нет. Чё у меня, 4,3. 4,3 до сих пор. И чем мне с ними стреляться? Боже, я испугался. Вот они будут на меня нападать, чем я буду с ним стреляться? Топориком дальше махать. Можно как-нибудь? Твою мать, как умру. О, да. Можно. Все везде заперто. А, это... Как только роботы стали нападать на людей, было... Серьезно? Протокол. Территория так я же только отсюда пришел. Включая внутренние сектора. Я думал, это так изучать дальше. А, офигеть, тут еще и Кастена. Твою мать! Вот это да. Это Альфа-Цеф из этого, из Крадиса третьего. И, в принципе, из Крадиса. Я отвечаю вам, это Альфа-Цеф. Вот видите, не зря сходил, полутался. А то Альфа-Цеф напал и все, и пропустил бы лут. Если бы пошел так по сюжету. И не было бы ничего. Солдат, очнись. О, ты кто такая? Чуть-чуть. Ты как? В норме. Нормально все со мной. Сколько пальцев видишь? 4. 4. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. О, раненые. Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда. Зажми рану. Зажми. Это на твоей совести. Да а давай я ему тоже врач. Фигню, которую я использую. Сейчас мне не до любезности. О, что зажим. Из него? Зажим, 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 принеси сюда. Сейчас. Это здесь откуда? Быстрее, ну что копаешься? Это не зажим, это ножницы. Нейрополимерная капсула. Она не нужна. Как тебя зовут, док? Я Лариса, много вопросов. Лариска, так, спасай их. Держи тут все сама, куда, разберешься. Куда? Она бесполезна, нет оборудования. Уже есть. Отлично. О, хоть что-то что вовремя. Сделал? Много вопросов задаешь. И чё я изучил? Привет. О! Лариса! Это еще кто такой? Ты лазерный. Не ори на меня, ты аниматроник из снаф этого, пятого. Sister Location. Охренеть, надо избегать луча. А ну иди сюда, ты думаешь такой бронированный, да? Ты лаборант. Да. Да ты... А-а-а, больно, блин. А чё я изучил-то в итоге? Возьми дробовик. На. На.
Чё ты тут? И топориком тебя. Железка долбанная. Вообще офигел. Раз. Лазерный. Куда ведет шахта, в которую ползла Лариса? Сложно прогнозировать. Вентиляционная система имеет очень разветвленную структуру. Ладно, с этим разберемся. Дальше позже. Давай перезаряжай. А чё, какую шахту они уползли? Чё это? Это что за монстр на двери? Замок? Да неужели? Открываю. Это заяц? Время уходит. Не могу помочь в этом вопросе. У меня нет функционала для взлома замков. Придется самостоятельно отыскивать способы взлома. Не сомневаюсь, что окажетесь достаточно сообразительными. Я не успеваю за ними. Ты, как обычно, бесполезен. Попробуйте щелкнуть пальцами в тот момент, когда индикатор блокировочного штыря активен. Да ты... Ё-моё, бесполезен, я уже там все взломал. А ты мне до сих пор гайды проводишь. Кто поет? Не надо нам такое петь. Детская колыбельная. Не к добру. С каких пор Atomic Heart Shooter превратился в пугалку? Впереди? Судя по голосу, Элеонора. Очень опасный противник. Это Элеонора, да? Ты Элеонора? Элеонора. Не надо нам такое. Холодос ожил. Ребят, не обижайте своих, не обижайте свой холодильник. Он с вами будет вот это вот тоже. Поднесите меня к ее сенсор-манипулятору, скорее! А, как волнительно. Непокорная вас, мимо. Меня заводит. Ты вообще псих. Только бы добраться до тебя. Чё делается? А чё делать-то? Обожаю мачо. Я вся горю. Ближе, я не дотягиваюсь. Сейчас. Чё? Ты бы объяснил, как? Я к твоим услугам, милый. Мечтаю порадовать тебя. Что я могу тебе сделать? Что случилось? О! Вскоре вам будут доступны и другие умения. А сейчас выберите шок. Шок. Вы довольно удачно раздобыли 50 граммов нейрополимера. 42. Я могу обменять эту дозу у любезной Элеоноры на умение, если вы не против. Так вы ноль. Не против? Ну давай. Тап, на крафт переключиться. Теперь дайте. Я покажу, чем на самом деле профессионально занимаюсь на данном предприятии. Чё? Я уж видел, ёбаный пирог. Буквально. Установить. Я открою вам окно модернизации. И завершить. Я способна на гораздо больше. Легкая непристойность топором лишь аванс, мой сладкий. Ок. Тебе понравилось? Фига сколько! Угу. Ресатрон, Крепыш, Доминатор, Кала, БМ, Снежок, Звездочка, Лиса, Паштет, Электро, ИКС. Однажды мы с тобой устроим настоящую грязь. Чё это? С чего бы я тебе подарки-то нес? Потому что девочки любят подарки. Ок. Потому что ремшкаф. О, боеприпасы, можно дробовик? Не, нельзя. Кассетники. Расходники. А, ну у меня вот на вот это есть. Вещей. Ресурсов достаточно, но я не собой, буду. Только нет. Так. Само собой, товарищ майор. Что? Значит, поищем. Склад. Я буду ждать прикосновения твоих сильных рук. На складе ничего нет. Понятно. Так, все, уходим отсюда. Не-не-не, погоди, улучшаем. Лезвие, чё? Увеличивает бонус энергии, увеличивает урон, заряженный урон. А это? А, рецепт нужен. Ну давайте я хотя бы так стальное лезвие прокачаю ему. По-моему, он изменился, кстати, даже. Вот эта вот фигня, видите, добавилась. Так, дальше дробовик. Ствол. Тульный тормоз. Да давайте поставим. Кассетник. Не хватает, магазин. Рецепт вообще нужен. На прицелы тоже рецепты, рукоятка. Нет, погоди, не буду улучшать пока. Тут. Так, ладно. Дай мне улучшение. Полимерные. Так, двоечка. Чё тут? 32. Стужа. 12. Массовый телекинез. Ой-ой-ой, чё такое? Полимерный бросок. П-50.
полимерный щит. О, подождите, а тут мультики показываются. Вот. О, вы посмотрите. Ну-ка, что такое полимерный щит? Как будет выглядеть? Они, кстати, на Ютубе эти мультики выкладывали, если кто не знает. Оп. И все в него обратно, да? А ему вообще пофиг. Идет, идет. Краснеет, пытается. Вы посмотрите на него. Надул его, фига. А я тоже могу так надавать? Чё? Дельный электроём. Ё-моё. Ладно, ничего не понятно. Давайте стужу хотя бы прокачаем. Установить способность. На кьюшку. Так. А, шок. Так. Подождите. А как? А как? Его нельзя использовать на QE. Окей, ладно. Полимерный бросок тоже давайте установим. На Ешечку. Все. А-а-а! Ну так у нас на Q вот стужа. Все, хватит. О! Это. Что еще такое? И на вышок. Я могу заряжать эти штуки, это будет вообще имба, я уверен. Она даже меня вон дамажит, смотрите. Даже меня, блин, дамажит, своего хозяина. О, чертёр для патрон дробовика, вы серьезно? Так, забирай давай штуку. Послушаем. А что это за вовчики в черном корпусе? Обычные вов А6 меня слушаются и вежливые. Да, а эти в черном как боярь какие-то. Да, они ну, вообще психи. На приказы не реагируют. Вода. Дай вот газировочки. Даже не извинился. Даже жутко. Так, отлично. Лифты не работают. Какие варианты? Пешком идти. Их можно запустить, если подать питание. Пойдем искать рубильник. Еще бы понять, где тут электрощитовая. С каких и пор Atomic Heart стал хоррором? Как бы, как говорится, если в хорроре нет рубильников, если это не хоррор. Если в другой игре есть рубильники, значит это хоррор. Тут щелчок пальцами не поможет, нужен ключ. Раз. Дай догадаюсь. Ты, конечно же, открыть этот замок не можешь. Хрень. К сожалению, хрес. Но я могу поставить вам отметку, где искать ключ. Он должен быть где-то неподалеку, в рабочем помещении. А ты откуда знаешь, где лежит этот ключ? От тебя начинает появляться польза. Ну, немножечко, да, появляется. Это не только на высокий социальный рейтинг реагируешь, что ли? Ответь как сможешь, а то я нервничаю. Еще кто на меня? Давайте, где вы? У меня новые способности, я хочу их протестировать. Где вы? А? Роботы вонючие. Ой, если я... Замерзает. Офигенно. Осторожно! Перейди камеру видеонаблюдения, Ромашка. Если она нас засечет, сюда сбегутся роботы. Это Ромашка. Без паники. Любую камеру можно сначала отвлечь броском чего-нибудь, а после вывести из строя электромагнитным импульсом. Да ладно вам, я ее вот этой ешкой залью. Как жижкой просто, тупо. Ну-ка, где эта Ромашка? А, зажмите. Я... Оп. Товарищ майор, вы же говорили, что знаете, как обходить камеры. Я думал, что настоящий профессионал действует значительно тоньше. Иногда приходится действовать по... А! Со мной не такое было. На тебе, жижкой. Оп. Замерзните, дебилы. Ух ты ж, ё-моё. Бьют сильно, конечно. Карате-дроны. Ромашка! Она активировалась просто тупо. Но это несерьезно. Растаяла. Да мне, в принципе, пофиг, пусть сбегаются на меня. Я пофармлю на них лесом. Эй, грязь. Раз. Хрясь.
Как этому Петрову удалось сбежать? Тут солдат больше, чем гражданских сотрудников. Есть мнение, что Петрову кто-то помог. И как он булит эту перчатку, вы посмотрите, он её прям так ненавидит, чумырит прям этот искусственный интеллект. Такой информации. То хрясь, то хрест, то хрень. Еще как-то по-разному. Бедолага перчатка, мне ее жалко. Че такое, Серега злой? Технологиям мне доверяешь, что ли? Ну хотя я бы тоже не доверял после такого. Но без компьютера я по сути никто. Товарищи. Даже не ютубер. А, закрыто. Как говорится, понедельник. День бездельник, правильно. Однако я прошу вас в эти выходные. Эй, неправда, понедельник. Взять отгул. Спасибо. Как вы знаете, 13 числа пройдет всесоюзная полимеризация населения. Понедельник, день бездельник, как говорится, правильно. Приказ в выходные самоорганизоваться на субботник, посвященный этому событию. Субботник. Кто будет работать 11 и 12 получит взыскание. А Бабзина жива, интересно, или она там умерла в начале? Бабзин! Чё? А, тут где-то ключ искать или чё? И где? Я тут всё залутал вроде как. Больше нигде ничего нет. Ключ найден. Это ключ. Теперь мы сможем попасть в электросчетовую. Ага. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. Правильно. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Это правильное решение. Так, ну тут я залутал. А, так я ж все тут залутал уже. Даже тут, да? Да. Мы тут все... Мы отсюда пришли вообще изначально. То есть остальное везде вот тут я вот тут залутал. Что? А, он теперь кругами фигачит. Понял, понял. Полезно. Если ты Кратос какой-нибудь. А так топором махать по кругу. Мне кажется, это слишком запарно. Устать можно от этого быстро. Ну, в принципе, в этой игре нет выносливости, поэтому фиг с ним, как говорится. Ой, да ладно, Серега, падай сюда. О, ладно. Чуть туда вниз не упал прям совсем. Что, просто в электрощитовой тоже враги будут. Печеньку. О, даже замки любят печеньку. О, реально, печенька выглядит. Как печенюшечка. А любишь печеньки? Крас, любишь печеньки? Конечно, любит. Чё, тут нет врагов? Вот это вот лежит. И он не дамажится, то есть с ним ничего нельзя сделать, значит он 100% живет. Это лазерное реле системы пассивной безопасности, знакомая штука. Тут требуется цветовой код. А по-русски можно сказать? Разблокируется работа реле пассивной безопасности верно управляющей магнитные потоки. Плюс-плюс равно плюс-плюс, минус равно минус, минус-минус равно плюс. Попробуйте подобрать его логически. Что, правда? А я-то собирался стоять тут до тех пор, пока оно само не включится. Правильно. Так и надо. Так, стоп. А, мне надо здесь, чтобы был синий. Вот здесь синий. Попробуйте сопоставить цвета лазерных лучей с цветами индикаторных ламп. Это то. Порядок. Все. Питание установлено, можно возвращаться. Все, я все сделал. Чё? Всё, я везде питание дал, да? Ну ладно, возвращаемся. Ну, и в какой из них заходить? Предлагаю в правый. То есть ты не в курсе? Тогда я пойду в левый. Не, я пойду куда хрясь говорит. Правый. Смерть не в теле, найди смерть. Я пометил вам, куда нужно идти. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание.
Я лишь хотел упростить вам. Рывок во время прыжка. Ты мне ее серьезно упростишь, спасибо, если перестанешь лезть под руку. Так, стоп. Так вы на один этаж поднялись всего лишь. Ради этого нужен был лифт, ты серьезно не мог этого-то отдвинуть. Немедленно обратитесь в медцентр. Ой, боже. Мне обратно в лифт надо, да? Ну круто. Чё сказать? О! Ой! Я нечаянно! Помер! Первый раз помер! И причем так тупо! Офигеть! Ну, вот так вот получается, конечно. Да, вот это трэш, конечно. Как так можно? Как так можно? Просто взять и упасть в дыру. Но в прошлый раз же все нормально получилось. Правда, я два раза в эту же дыру упал. О! Для облегчения навигации я пометил вам, куда нужно идти. Блин, надо было влево идти. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Я лишь хотел упростить вам задачу. Ты мне ее серьезно упростишь, если перестанешь лезть под руку. Да отстань ты от хрязи. Че ты? Нормальный робот. Так, стоп. Че? Мы же отсюда пришли. Ты чё, серьёзно? Ну и зачем мы делали этот круг? Точно. Напоминаю, дверь закрыта, но электромагнитный замок. Да тебе вот что, блин, туго доходит? Извините, не мешаю. Заморозь его. Ну, восстанавливайся давай быстрее, КДшка. Оп. Сюда. Используйте шок. Да я их морозить лучше буду. Вот так вот. Жижкой залить хотел сказать. Меня зажали! И жижи их еще. Оп. Ну, заряжаем родную. Оп. А куда он делся? Это действительно мощная атака. Враг пропал. О, фига его заморозил туда. Это тоже не лезь давай. Да чего они пропадают? Мне как лутаться? Заморозка полимера. Полимерная заморозка? Вот это да. Чё? Чертёж, швед, рукоять. Не, подожди. О, Элеонорка. Привет. Доступ разрешен. Пушки, пожалуйста, мне. Так, швед. Чё? А, улучшение. Швед. Рукоятку я себе нашел. Мне сюда ее давай. Еще прокачать, не прокачать. Кассетник. А, можно установить. А чё? А куда? Установка кассетного модуля позволяет наносить тонкий слой обычного химического полимера на лезвие оружия, придавая ему довольно свойство при контакте с противником. А у меня же из руки вот этот полимер. Вот этот полимер у меня из руки, он течет. Че, я не могу, что ли? Ладно, я еще раз прокачаю вот эту атаку. Лезвие мне вообще до хрена всего не хватает. Ладно, фиг с вами. Так, С. Тут, ладно, хватает немножечко. Вот прокачаем тоже, почему бы и нет. Этого ничего нет. Сладоразбор. Это не надо. Так, создание. Создавать нечего. Так. Майор, оружие. Полимер бы влить. Сколько у меня полимера вообще уже там?
25, ничего, как я понимаю, я не смогу прокачать, да, тут? А, нет, могу, вот. Ой, отмена. Нет, все. Так, 14 еще есть. И... А зачем вообще это? Нейропечатки не любой боевой пример состав, подающий в виде струи на противника или на любую поверхностную цель. Пример состав может быть пожжен, подожжен, электрон или заморожен. Противник, находящийся под действием данного предмета атаки, либо наступающий на указанную поверхность, получает соответствующий урон. Оп. Полимером его залил. Да, то есть, если без полимера, невозможно этот, короче, стужу использовать. То есть, не зря я его прокачал. Оп. Электризовано. Ну-ка, мы прокачали вот эту атаку круговую. Что изменилось-то вообще? Да вроде ничего. О, что это? А, это нажать. На. Пути вперед нет. Придется ехать. Куда именно? Петров совершил побег во время работы в холодном цехе комплекса Вавилы. Имеет смысл начать поиски оттуда. Чего? Ну как попасть в холодный цех? Для этого нужно добраться до распределительного центра. Туда ведет эта фуникулерная линия. Так ты видишь, эта фуникулерная линия крутится. Просто стоит на месте. А вот это вот и убить может. Замерзни. Нельзя, нет. Ой, не замерзни, то есть, а это. Остановись, электричество. Через полимер можно проплыть, но впервые. Я люблю так перемещаться. Словно в океане. А! Мне голову отрезало, серьезно. Пробел, чтобы отомстить. Я им всем отомщу за свою смерть. Вот этим фуникулером. Мои главные враги фуникулеры. Знаете, как Халк ненавидит? Леонор. Доступ разрешен. Я тебя немного этот... Да... Опять сейчас все улучшает, но вы серьезно. Ну и что я там? Рукоятку ставил, да? Да, так, кассетник еще поставил. И прокачал круговую атаку. Насколько я помню, да? Так, тут не качал это точно, и тут тоже не качал. И тут прокачал ствол. Все. Так. Больше ничего не хватает. А, нет, хватает. Ладно, пофиг. Прокачаю, прокачайте кассетки. Кассетники, не знаю зачем, может понадобиться в будущем. Так, прям сейчас захоронюсь, блин, потом все терять опять прокачанное вот это вот. Не хочется. Оп. Другого пути вперед нет. Придется ехать. Куда ехать? Так а чё ехать, на чём? Во время работы в холодном цехе комплекса Вавилов. Имеет смысл начать поиски оттуда. Твои фуникулеры не работают. Цех. Для этого нужно добраться до распределительного центра. Туда ведет эта фуникулерная линия. Оп. Чё повис-то? А ты чё повис? Блин, жалко, больше нету вот этой музыки. Старый. Через полимер можно проплыть, но впервые. Я люблю так перемещаться. Словно в океане с китами, дельфинами плывешь. Оп. Умиротворение. Я уверен, там в конце что-нибудь есть. На. Офигенно кинул. Зачем я зажимал? Ладно, все, погнали в полимер. Быстрее! О! Да! Тут определенный есть лук. Так, где там этот фуникулер? Оп. Полимер меня. Давай, плыви. О, тут какая-то живая своя жизнь организма. Вы не понимаете. Ситуация критическая. Вы не понимаете, это другое.
Выныривай. Понял. И как я должен ее перезвод? Вот путь. Ну и, конечно, замок. Вот вы их любите. Но это что-то новое. Индикаторная комбинация? Да я ее год подбирать буду. Давайте поищем вокруг. Может, у кого-то есть пород? Может. Посмотрим сейчас. Пусть придет в движение. Хоть что-нибудь. Это... Что такое было? Что такое было? О! Чертеж на лесу. Майор, оружие. Арсенал нужно. Сколько? Да идите вы в жопу. С такими запросами, с такими ресурсами. Схему. Какую схему? Дядь, ты чё? Я не хочу туда вниз. О, исследование, вот это вот. Ходи куда хочешь, но тебе все равно надо будет по линии все равно. Вот это Immersive Sim. Вот это игра. Так, а тут я, скорее всего, навряд ли смогу перепрыгнуть, да? Да. Музычка играет. Найди схему. Какую схему? Кто это базарит? Кто базарит, чтобы я искал схему? Вы чё, совсем с ума сошли? Чё, вот он. А-а-а. Понятно. Крас. То есть это не покойник со мной разговаривает? А нейрополимер в его башке? Упрощенно можно сказать, вот что это схема кабинки. Да ну нахер. Говорящий труп. Так, вот так, да? Да, правильно. Правильно, я все понял. И что здесь? Ой, надеюсь, сработает. Фуникулярная линия активирована. Уважаемые пассажиры, ну садимся. Давай, поехали. 9. Извини, но сегодня не разница. 6. 5. А где 5, 4, 3, 2, 1? Тоннели раздолбаны. Эй, они быстро ехали, а этот чё так медленно? Крутилку бы хотя бы не включить тогда. Ну ладно, сам использую. О-о-о-о. Шатает. О, они ускоряются. Но не так быстро, как он тот. Давай, да нормально, чё ты? Что? Куда назад? Зачем мне назад? Что происходит? Бешеный фуникулер. Все, застряли. Оп, оп. Вы прибыли к месту нахождения. Поставьте 5 звезд, как говорится. Ну, естественно. Офига, он вас падает. Да, вы... Впереди. Вижу. Шок. Да погодите. Дайте захиляться. Чё ты? А? Чё вы? Дурачки. Замёрзните. Раз, два, три. Пропали нахер оба. Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене. Как ещё? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский тюфяк, протирающий штаны за клавиатуру. У меня хватает разных. Не стану скрывать, я этому весьма рад. Что? Знак Третьего Рейха? Вот это да. Пасхалка Atomic Heart. А ты можешь быстрее подниматься? А как прыгнуть-то? Оп. Механик паркура Dying Light, поехали. Ну, ты чё? Давай. А-а-а! Какого? Ой, твою мать, это было неожиданно.
А это было максимально неожиданно. У вас хорошая реакция, майор. Это он иначе откуда тут? До наших дней не дожил. Офигеть. Да что тут происходит? Альфа-Цеф! Беги! Вот это глист, конечно. Раз. Это ведь был Гурав. Горнопроходческий робот. Офигеть. Совершенно верно. Гурав способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Советская наука возлагает ему большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. Чего они тут системы? Прыгают, эти альфа-цефы? О, лут. Сюда его. Это нам понадобится. Это нам надо. О! Лазерный! Иди давай отсюда, давай. А! Нейрополимер! Наэлектризуйся, дурак! Так, погоди. Дай... Дурак! Он меня зажал! Серьезно! Отлетел, блин. Дуралей. Ой, боже, 3 хилки на одного него только потратил. Капец, он жесткий этот лазерный. У него ХП немерено. Это первый босс, я так понял, да? По всей видимости, да. Так, время, сколько у нас уже прошло? 46 минут? Ни хрена себе, ладно. Простите, я ушел. Простите, я ушел. Можно этот сохраниться? Сейчас время. 10 минут назад практически. Офигеть, сохранение. Ладно, сейчас дойду до куда-нибудь. Сохранялки какой-нибудь. И на этом будем кончать, потому что это уже много. Много-много разного контента. Длинные серии не надо делать. Залетать не буду. Хотя мне и так как же я люблю полазить по всяким. Но это не важно. Охренеть, блядь. На фуникулёре прокатиться. В нормальной обстановке сеть фуникулёров связывает между собой все подземные объекты предприятия 3826. 3826. Спасибо, я как-нибудь пешком. Серьезно? Уже... А! Не ожидал. Они тут каждую секунду. Моя остановка. Комфортная боже. Поездочка. Страшно, страшно. Сохранение. Подожди, сначала лут. Дробовик новый. КС-23 электромагнитный стол. Спасибо. Так, ладно, сохраняемся. Сохраняемся. И, в принципе, на этом заканчиваем серию. Ну, в принципе, на этом мы и будем заканчивать нашу серию. Мы сохранили, все нормально. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами был ваш жвачный друг. Всем пока. Пока.